Всем привет! Всех с выходными. Сегодня ночью проснулся от того, что что-то некомфортно, холодно. Сразу рукой за батарею взялся. Холодная. Думаю, ну все понятно. Встал, сходил в туалет. Думаю, так дело не пойдет. Надо брать еще одно одеяло. Взял еще одно одеяло, укрылся. Нормально. Потом через время трогаю опять батарею, включили. Думаю, ну нормально. Не знаю, с чем связано. Эти отключения, в общем, отключили были. Ночью было холодно. Сейчас устал, собираюсь на завтрак. На улице небольшой морозик. Светло уже. До скорых встреч.